В ходе беседы с удовлетворением было подчеркнуто 30-летнее успешное сотрудничество между Азербайджаном и Всемирным банком. На встрече были обсуждены вопросы, связанные с будущими проектами и поддержкой Всемирного банка правительства Азербайджана. Состоялся обмен мнениями об участии Всемирного банка в стратегических сферах, включая сектор энергетики, коммуникации и восстановления Карабаха и усилении партнерства.